Мы всегда будем вместе. Весь город сплошные наркоманы. Егор! Они украли меня сына. Прости, сынок. Я тебя найду, я тебе обещаю. Okay, we're rolling. Here we go. We're flying. Tape's rolling. Ladies and gentlemen, he headed out west. His life is a mess, but he's trying his best. Ladies and gentlemen, tonight, live with the Rhythm Rats, it's Daniel Johnston! Творческие люди, стремящиеся найти свою аудиторию, часто сталкиваются с трудностями. И в любой сфере существуют уже готовые стратегии, которые помогут вам развиваться быстрее даже с самого нуля. Остается только заручиться поддержкой и собственной решимостью, чтобы достичь успеха. Но что если вы живете совершенно в другом мире, непредсказуемым и даже иногда непонятным для вас самих? Дэниел Джонстон – талантливый музыкант и художник, который всю свою жизнь был заперт в своей голове. Он с детства болел шизофренией и маниакальной депрессией, и с каждым годом его состояние ухудшалось. И Дэниел все меньше был похож на прошлого себя. Но ничего из этого не помешало ему стать просто культовым исполнителем в андеграундной вселенной альтернативной музыки. Дэниел оставил после себя уникальное творческое наследие, которое до сих пор вдохновляет огромное количество музыкантов и художников. Его картины продаются за $1000, а песни цитировались такими культовыми знаменитостями, как Курт Кобейн, Лана Дель Рей и другими. Возможно, внутренний мир Дэниела, который послужил основой картины музыки, не был таким чужим, как ему казалось. Всем привет, меня зовут Алина Манилоун, и сегодня мы с вами говорим про музыку. Я просто безумно обожаю эту историю и надеюсь, что вам тоже так же будет интересно это смотреть. И перед просмотром, как обычно, не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на канал, на Telegram, и в целом это все, что я от вас хочу, но еще было бы круто, если бы вы посмотрели рекламу. Уже у всех есть эти Adidas Samba, и я не знаю, покупать их или нет. Что-то как-то многовато за кроссы. Заюш, я Джумен, и моя главная сила в суперскидках. Чего? На Джуме скидки по случаю 11.11, поэтому держи свои самбы со скидкой 17%. Где ты их достал? На Джуме. Это маркетплейс с товарами из Европы, Китая, Турции, Индии. Эти конкретно самбы из Южной Кореи. Блин, прикольно. А что там еще есть? Абсолютно все, что угодно. На Джуме вы найдете товары мировых брендов одежды и обуви по очень выгодной цене. Юникло прямиком из Японии, The North Face, кроссовки Adidas, Nike, New Balance. А оплатить покупки можно российской банковской картой. А с 9 по 11 ноября пройдет огромная распродажа 11.11. В течение всего ноября пользователи могут участвовать в акции «Колесо удачи», где каждый день будет возможность выиграть скидочные купоны. «Колесо удачи» доступно в приложении в разделе акции и, конечно же, на сайте около раздела «Все категории». И это интересная возможность для вас получить дополнительные скидки. Но это еще не все акции. Еще будет акция «Лучшая цена», которая пройдет период с 9 по 13 ноября. В приложении и на сайте будут представлены специальные подборки с наилучшими ценами. И подборки будут обновляться ежедневно, предоставляя пользователям доступ к лучшим ценам на конкретные товары. И если я еще не убедила вас в том, что лучше всего заказывать на Джуме, то просто представьте, едете миллион лет до какого-нибудь ТЦ, тратите свою энергию и время нахождения из одного магазина в другой. И, конечно же, очереди в примерочную, на кассу, и вообще это какое-то царство очередей. Ну, не знаю, может быть, кому-то нравится, но я лично предпочитаю из своей уютной кроватки заказывать в два клика. И помимо всех скидок, о которых я вам сегодня рассказала, вас ждет еще и мой персональный промокод. Промокод MoneyLoan, который дает скидку 10% для всех пользователей. А ссылку на сам и подборку других очень классных товаров на Джуме я оставляю вам в описании. Хорошего вам шопинга, а мы переходим к видео. С детства будущий музыкант знал, что станет известен, а его творчество получит заслуженное признание. Родители Дэниела не поддерживали его увлечение, выражая беспокойство за будущее сына. Они советовали ему заняться чем-то более серьезным, чем просто рисование. Мальчик родился зимой 1961 года в Сакраменто, штат Калифорния, но почти всю жизнь прожил в Западной Вирджинии в небольшом городке Нью-Камберленд. Дэниел был младшим из 5 детей в семье религиозной пары Уильяма и Мейбл Джонстон. Мальчик вырос
образ довольно конкретной и ограниченной политики движения Церковь Христа. Его ближайшее окружение не поощряло творческие увлечения детей, они были уверены, что это противоречит их вере. Но Дэниел чувствовал, что только рисование и музыка способны остановить его пугающие мысли, которые с каждым годом становились только запутаннее и мрачнее. В истории Джонстона самовыражение стало спасительным якорем, которое давало ему те самые небольшие минуты спокойствия и ясности. Его большим увлечением в школьные годы стали комиксы от Marvel про супергероев, и его самыми любимыми супергероями были Капитан Америка и Халк. Уже с 8 лет Дэниел с нуля придумывал и рисовал истории в картинках, которые отвечали всем канонам типичной супергеройской саги, и при этом они удивительным образом пересекались с концепцией Церкви Христа, которая ожидаемо оставила огромный отпечаток на только формирующегося мальчика. Мир добра и зла пересекался в самых неожиданных образах. В его комиксах присутствовали Иисус и Сатана, дружелюбное привидение Каспер, Кинг-Конг и другие поп-знаменитости того времени. Его собственные герои, которые тоже поселились на страницах комиксов, позже оказались на музыкальных обложках Дэниела, а также были запечатлены в его многочисленных артах, черновиках и заметках. Ментальное состояние Дэниела к концу школы было больше похоже на замкнутый круг, в котором он проходил одни и те же яркие формы двух фаз. В маниакальной фазе он активно творил, рисуя и играя на родительском пианино. Затем наступала депрессивная фаза, которая сопровождалась грустью и отчаянием. Со временем динамика смен настроения увеличивалась, погрузив Дэниела в маниакальную депрессию. Родители, очевидно, не обладая какой-то осведомленностью о психических расстройствах, ругали и критиковали Дэниела, думая, что он просто не хочет делать так, как они велят в силу своего возраста или характера. Большую часть времени мальчик находился в депрессии, балансируя над ямой отчаяния. И его удерживало конкретно творчество, которое он проявлял в различных формах. Вместе с братьями они снимали пародии на своих родителей, вооружившись старой пленочной камерой. В будущем эти фильмы стали важной частью документальных сюжетов про детство Дэниела. В подвале родительского дома он обустроил себе пространство, создав комфортный для себя мир. На бетонных стенах висели плакаты и страницы из его любимых комиксов. Он спал и рисовал, иногда сутками не поднимаясь наверх. Там же стояло и старое пианино, где Дэниел сочинял свои первые песни. В 80-х годах Джонстон дважды поступал в университеты. Из первого он отчислился спустя 2 недели, поняв, что система обучения ему не подходит. Второй раз Дэниел поступил на художественный курс в Кентский университет, который находился в штате Техас. В 1984 году он устроился на свою первую работу. Он работал в Макдональдсе кассиром. В свободное время Дэниел записывал свои собственные песни на кассеты и вручную продвигал свое творчество. То есть он просто раздавал их прохожим на улице. На обложках каждой кассеты были его собственные рисунки. Первыми альбомами стали «Songs of Pain» и «Don't Be Scared». Текст и само звучание песен напоминали честный разговор автора с самим собой. Дэниел не пытался казаться лучше и обманывать людей каким-то выдуманным образом. У него не было особенных навыков или профессионального оборудования, и из-за этого эти песни особенно уютные и камерные. Будто он каждую написал специально для тебя, не задумываясь над звучанием. И по факту это было так, потому что каждую свою кассету он записывал вручную. Песня, открывающая альбом, написана о чувствах Дэниела к Лоре, персоне, которая будет еще очень часто встречаться в его творчестве. In this nightmare, there was a dream of a girl so beautiful beyond compare. The girl of my dreams. Это молодая девушка, с которой Дэниел познакомился в университете. Лори встречалась с гробовщиком, но при этом поддерживала очень близкие отношения с Дэниелом и поддерживала его музыкальные начинания. She inspired 1,000 songs, and then I knew I was an artist.
Позже девушка переехала во Флориду, оставив музыканта с его новой любовью, которой он стал просто одержим. И в целом оно и понятно, он, скорее всего, в первый раз в жизни вообще услышал слова поддержки. Последствия маниакально-депрессивных эпизодов Дэниела было сложно предугадать. К тому же его родители на тот момент не совсем понимают, где заканчиваются здоровые намерения сына, а где обсессивные действия. Однажды Дэниел какое-то время жил у сестры дома, и ему попалось на глаза письмо, где мама со своей дочерью обсуждают психиатрическую больницу для Дэниела. Он испугался и в этот же вечер купил мотоцикл, на котором присоединился к кочующему цирку. Дэниел уехал в Сан-Маркос, продавал хот-доги в палатке и путешествовал по юго-западу Техаса. Сняв небольшую квартиру, Дэниел большую часть времени проводил на улице среди местной молодежи и студентов. Он подходил к незнакомцам с кассетами и говорил свое фирменное приветствие. «Привет, я Дэниел Джонстон, и я стану знаменитым». I work at McDonald's, and this is my new album, Hi, How Are You? Yeah. And it's an old album, but if you get a chance, please listen to it. Okay, thanks. Вряд ли у Дэниела был какой-то план по продвижению своего творчества. Но все, чего он достиг сам. Тут не будет истории про какого-то волшебного продюсера, который послушал его песни и продвинул. Дэниел сам пришел в офис своего будущего менеджера и включил ему пару кассет с песнями. Луи Блэк работал редактором в «Хрониках Остина» и сначала подумал, что Джонсон просто хочет получить от него рецензию на свой новый альбом. Они быстро сработались, и в скором времени Дэниел впервые выступил перед публикой. Он играл на разогреве у группы Glass Eye в местном клубе, и в качестве инструментального сопровождения он выбрал гитару. И хоть он играл на ней значительно хуже, чем на пианино, он чувствовал себя своим среди рокеров. В тот день некоторые друзья пришли его поддержать и заметили, что Дэниел выглядел очень перевозбужденным, как будто вот-вот у него случится нервный срыв. Но несмотря на волнение, зрители в первую очередь запомнили его светлую и добрую музыку. После выступления многие подходили к нему и спрашивали, почему он еще не стал знаменитым. Позже Дэниела пригласили на MTV в шоу The Cutting Edge, где в небольшом репортаже он рассказывал о своей жизни и музыке. Есть культовый отрывок этой записи, который просто мут всех тревожных людей. My name is Daniel Johnson, this is the name of my tape, and it's Hi, How Are You? And I was having a nervous breakdown when I recorded it. Уже в родном Остине Дэниела знали все. В 1985 и 86 году на местной церемонии вручения наград, где были только локальные исполнители, ему вручили премию «Автор песен года» и «Лучший фолк-исполнитель». И из странного пацана с кассетами он стал настоящей знаменитостью, которому уже пророчили огромное будущее. When I was out in San Marcos a year ago today, they probably would have put me in a home. But I threw all my belongings into a garbage bag and out into the wilderness I did roam. My hopes lay shattered like a mirror on the floor. На протяжении всей жизни Дэниел был очень набожным человеком. Не пил, не курил и даже говорил своей девушке, что секс будет только после свадьбы. Однако в силу своей нестабильности его взгляды часто менялись. Так однажды Дэниел попробовал марихуану, а позже ему в общей компании предложили ЛСД, которое он позже начал употреблять на постоянной основе. Хрупкое психическое состояние перестало поддаваться контролю, и Дэниел начал верить в фантомные образы, которые подкидывало ему его обострившееся расстройство. Из окна автобуса ему виделись черепа, кровавые реки и сатана, поджидающий, чтобы напасть. Еще одна навязчивая идея привела музыканта к его близкому другу и по совместительству менеджеру Рэнди Кемперу, в котором он увидел дьявола. Он прибежал к нему в офис и ударил его железной палкой по голове, и Рэнди попал в больницу с открытой раной. Еще спустя несколько ночей в очередном кислотном трипе Дэниел обнаруживает себя в ручье за городом. Он мылся в ледяной воде, смывая свои грехи и напевая библейские мотивы. И после этого случая совместными усилиями его семьи и друзей Дэниел попадает в психиатрическую больницу, где на какое-то время он как-то еще стабилизируется, но не уходит дальше стадии кабачка. Интересно, что его состояние наркотического опьянения и трезвости в какой-то момент перемешались. Иногда казалось, что он точно что-то употребил, но анализы оказались чистыми. Через несколько недель с помощью своего друга и по совместительству неофициального публициста Дэниелу удается
выйти из больницы раньше окончания лечения. И, казалось бы, все вернулось в прежнее русло. Кроме разговоров о заговоре и правительстве, и то, что государство контролирует разум людей через сникерсы и газировку, ну так в целом все было так же. Дэниел поехал обратно к своим родителям в Западную Вирджинию. И 87-й год он провел на прописанном ему медикаментозном лечении. Is it a lot harder to write songs now? Yes, because I'm all dried up. I couldn't write a song if I tried. Do-do-do. I couldn't write a song if I tried. Do-do-do. Something inside has gone up and died, and I couldn't write a song if I tried. В 88-м году Дэниела пригласили работать с продюсером Марком Крамером. Для Дэниела это была первая студийная запись, а также первая поездка в Нью-Йорк. На протяжении всего путешествия состояние музыканта было нестабильным и граничило с рискованным поведением. В один из дней, когда должна была состояться запись, продюсеру позвонили и сказали, что Дэниел был арестован. Дэниел находился в состоянии психоза, где его терроризировал сатана. И чтобы, видимо, защитить город от зла, он нарисовал на статуе свободы символ Ихтиса, который расшифровывается как имя Иисуса. На живых выступлениях, которые пытался организовывать ему менеджер, Дэниел несколько раз прямо во время концерта начинал обращать людей в свою религию, рассказывая про числа и сатану. Несмотря на нестабильный рабочий процесс, постоянное отсутствие Дэниела в студии, альбом все же вышел. Марк Крамер рассказывал, что из неудачных дублей и отрывков ему удалось слепить альбом. Первый альбом Джонстона под названием 1990. А на следующий год был выпущен еще один альбом под названием It's Spooky в сотрудничестве с певцом Джадом Фэйром. Позже семья узнала, что без ведома специалистов и близких людей Дэниел часто пропускал лекарства. Особенно перед живыми выступлениями. Ему казалось, чем больше он будет сумасшедшим на сцене, тем успешнее будет концерт. Плюсом уже к расшатанной психике прибавлялась еще и часто смена препаратов, потому что большинство таблеток ему просто не подходило. В этот момент было очень много эпизодов, которые ясно давали понять, что Дэниел погружен полностью в свой мир и опасен как для себя, так и для окружающих. Однажды он ворвался в дом пожилой дамы, наговорил ей про сатану, из-за чего она очень сильно испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа, сломав себе обе лодыжки. Родители и друзья Дэниела в отчаянии стали проявлять к нему тотальный контроль, отслеживая его перемещения и, конечно же, прием лекарств. И это ему помогло прийти в новую фазу стабильности, в которой он продержался очень долго. В 1990 году, спустя 2 года после выхода альбома, Дэниела пригласили в Остин выступить на местной церемонии Austin Music Awards. Перед концертом он устроил целый пресс-тур по музыкальным магазинам, раздавая автографы многочисленным фанатам. На его выступление пришло около 3000 человек, заполнив до отказа большой зал. После концерта Дэниел вместе со своим отцом отправился в Вирджинию на двухместном частном самолете. Во время полета у Дэниела случился психотический эпизод. Он вынул ключ из замка зажигания и выбросил его в окно. К счастью, его отец всю жизнь проработал пилотом ВВС и смог, в принципе, без последствий посадить самолет. Они отделались буквально одной царапиной, и это просто чудо в такой ситуации. Естественно, после этого эпизода Дэниел снова попал в психиатрическую больницу. В начале 90-х бессмертные песни Дэниела стали еще более популярными. К 93-му году на них делали каверы все известные исполнители альтернативного рока. А Курт Кобейн часто появлялся в футболке с рисунком улитки-мутанта на белом фоне. Дэниела приглашали крупные музыкальные магазины и просили нарисовать свою фирменную улитку на их стенах. Такие большие звукозаписывающие компании, как Atlantic и Elektra, ругались между собой за право записывать и выпускать песни Дэниела. В итоге музыкант подписал контракт с Atlantic, потому что Электро славятся тем, что они работают с группой Металлика, а по мнению Дэниела, через них говорит сам сатана. И, к слову, все это время Дэниел все еще находился в больнице. Следующий альбом Дэниела писался с еще большими трудностями, чем предыдущие. Для записи пригласили Пола Лири, который выступал продюсером и частично музыкантом. Из-за препаратов у Дэниела был очень сильный тремор, и он даже не мог держать гитару в руках. Альбом Fun не оправдал финансовых ожиданий Atlantic, и студия потеряла на нем большие деньги, решив разорвать
разорвать контракт с Дэниелом. Не помогла даже рекламная кампания и клип, в котором снялся молодой Мэттью МакКонахи. До 2000-х годов Дэниел не гастролировал и не выпускал новые песни. В 2004 году вышел альбом, состоящий из двух частей, который больше был ностальгией по прошлым работам. Первая часть включала из себя каверы на его песни известных локальных исполнителей, а на втором диске были его оригинальные записи старых песен. В 2005 году он снялся в своей собственной биографической документалке «Дьявол и Дэниел Джонстон», на которую в том числе мы и опирались, делая это видео. Дэниел продолжал заниматься творчеством, рисуя и записывая музыку. Его друг как-то выкупил у него несколько картин и продал их музеям в разных странах. Так о Дэниеле узнали крупные коллекционеры и начали выкупать его работы за приличные деньги. Дэниела приглашали на выставки и фестивали другие творческие личности. Мэтт Гроунинг, создатель «Симпсонов» и «Футурамы», в начале 10-х несколько раз организовывал Дэниелу выступления на лондонском фестивале «All Tomorrow's Party». С такой большой поддержкой и искренней любовью к Дэниелу относились все его окружающие. Большую часть жизни он прожил со своими родителями, которые все же научились с ним общаться, не травмируя психику. В 2012 году Джонстон выпустил свой первый комикс «Космические утки», а также сотрудничал с компанией Supreme, разработав лимитированную линейку одежды и аксессуаров с его рисунками. Друзья Дэниела, Том и Кортни Гимбл, в 2018 году сначала сделали день, посвященный его творчеству, а потом создали целый проект с одноименным названием «Hi, how are you?» в честь самого популярного альбома Джонстона. Проект был нацелен на нормализацию психических расстройств в обществе, а также образование в этой сфере. Музыкант и художник скончался в доме своих родителей в 2019 году. Врачи назвали причиной смерти сердечный приступ. После смерти фанаты несколько недель приносили букеты цветов к его знаменитой граффити на стене бывшего музыкального магазина. Здание долго меняло владельцев, и в апреле 2023 года было принято решение его снести. И осталась только эта кирпичная стена с граффити, которая стала неким мемориалом в память об ушедшем музыканте. Уверена, что вы и сейчас можете найти там свежие цветы. Мэр Остин написал пост в поддержку творчества Дэниела. «Скорбил весь город, ощутив потерю очень важного члена общества, который за эти годы просто стал душой Остина». И, конечно, отдельного внимания заслуживают картины Дэниела. Они описывают целый ряд внутренних процессов. Как он переживал эти тяжелые ментальные состояния. Просто не в силах их понять и уж тем более контролировать. Его работы наполнены разными мотивами культурных и его личных событий. Ему удалось соединить свой мрачный внутренний мир с верой в светлое будущее. Дэниел Джонстон навсегда оставил свой след в мире независимой музыки и искусства и запомнился людям самым искренним музыкантом. В целом, это все, что я хотела вам рассказать. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, вам понравилась эта история. Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал и на мой телеграм-канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока! Извините за внимание.